наверное, мне еще предстоит что-то сильно крутое дать. Пока я дал просто покушать. Немножко. В детстве мечтал стать водителем КамАЗа. Ой, никакой совет я себе не дал. Пусть бы было все как есть. Когда я чувствую, что я терплю неудачу, меня это сильно расстраивает, и я могу совершить неадекватные поступки. Партнерство – это самое главное, что только можно представить в бизнесе. Главнее, чем жена. Ресторатор не должен иметь любимое блюдо, иначе он не сможет тогда иметь всю палитру вкусов. Наверное, все те ошибки, которые я совершил, я должен был их совершить для того, чтобы стать тем, кем я являюсь. Без ошибок невозможно двигаться вперед. Новиков, Ginza Group, Delos. Рестораны будут форматироваться. Нельзя в одном ресторане предлагать и суши, и пиццу. Конечно же, открыть ресторан по франшизе. А за тебя уже совершили массу ошибок и выбрали четкую нужную стратегию. Мы очень много внимания уделяем деталям. И детали делают наши рестораны такими необычными. Не замыкаться в себе, а быть открытым всему миру, впитывать все, что вот витает в эфире, то, что есть в интернете. Но если твой мозг неправильный, то и твое сито не пропустит правильные идеи. Но это, в этом, наверное, заключается успех ресторатора. Пропускай только правильные идеи. Подпишись на «Теперь я босс», чтобы не пропустить. Сбербанк – лучший цифровой банк для малого бизнеса.